Всем привет, с вами я, Алена. Вы находитесь на моем канале «Счастье есть». И сегодня я предлагаю вам вместе со мной пройтись по моему любимому магазину «Фикс Прайс», посмотреть на его новинки. Этот магазин находится в городе Балашиха, станция Никольская. Давненько меня не было, вы все это заметили, отдыхала. Поэтому давайте приступать смотреть, что же появилось нового за эти две недели. Отдел «Сад и огород». Привезли цветы, тюльпаны, крокусы. Те цветочки, которые мы сажаем осенью. Смотрите, какие красивые крокусы. Три штучки здесь. Разные расцветки цветов. Есть вот миксы. Есть просто беленькие. И видела вот такие нежные голубые цветочки. Очень красивые цветы. Весной, конечно, глаз радуется, когда они появляются на черной земле. Такие яркие цветочки. И еще появились гиацинты. Это тоже весенние цветы. Высота цветка 25 сантиметров. Здесь одна штучка. Луковицы хорошие. Еще есть вот такой цвет розовый, красивый. Не знаю, что по поводу крокусов и гиацинтов, скорее всего, буду брать. Но точно, что я не буду брать, это тюльпаны. А мы вас уже потеряли. Да, я отдыхала. Сотрудники магазина уже меня знают. Спрашивают, где я была, почему меня не было две недели. Ну, так вот, вот эти тюльпаны. Не знаю, как именно эти сорта. Они такие красивые. Но у меня они почему-то цветут только один год. Дальше это просто ботва ненужная, неинтересная, поэтому не знаю. Красивые, конечно, очень. Есть вот такой сорт. Здесь две луковички. Беленькие есть тюльпаны. Такие нежные, красивые очень. Крокусы, наверное, я сейчас возьму. И лук-сивок у нас появился, 77 рублей. Здесь 250 грамм. Сорт Штутгартен Ризен. Я такой сажала. Хороший сорт. Всевозможные украшалки появились для дома. Вообще, конечно, отличные. Отличные заготовки для поделок с детьми в детских садах, в школах, во всевозможных кружках, секциях. Такие классные картошки. Перчики даже есть. Смотрите. Декорация, овощи, состав пенопласт и бумага. Что еще есть? Вот такие за 77 рублей. Композиции осень 1 метр здесь. Такой веночек. Набор декоративных листьев 50 штук. За 99 рублей виноград. Такой реалистичный. В трех цветах. Еще зеленый. Грибочки, декоративные элементы для композиции и букетов. Вот такие наборы декоративных элементов. Конечно, кто делает с детьми поделки, обратите внимание. Здесь еще есть новинки, вот такие декоративные шары, 4 штуки. Состав пенопласт, полиэстер. Такая травка. Сухоцветы. Цены тоже не называю, здесь у нас, к сожалению, нет. Так, что еще тут есть нового? Наверху у нас полочки, мы их уже с вами видели. Вот такие крепежи в комплекте. Деревянная полочка. И вот они, подставки для газет и журналов. 249 рублей. К сожалению, видите, вот я пальчиком дотронулась, и остается след. И ну вот скол на краске. Выбирайте, будьте внимательны. Полочка, это металлическая.
тоже из деревянной серии, вот такие мини-комодики. Видите, сверху можно что-то ставить, класть. И открывается спереди небольшой ящичек. Обработано не очень аккуратно. И это, по-моему, все-таки МДФ. Да, МДФ и сталь. Разные есть дизайны. Есть даже вот такой вариант с металлической перегородкой спереди. Так, есть еще просто ящички. Смотрите. Качество, конечно, хромает, поэтому выбирайте. Вот такой вот ящичек. Так, давайте смотреть с вами, какие есть варианты. Вот такой вот еще. Так, и по ценам. Вот эти комодики 299 рублей, а вот эти маленькие ящики 249 рублей. Ну, конечно, они не стоят 249 рублей. Поэтому, если вы решитесь на их покупку, будьте очень внимательны. Или, конечно, брать их на переделку, тогда может быть. Большое декоративное панно размера 70 на 23 сантиметра. Это также МДФ. Вот такое все мягенькое. С ним надо быть осторожным, чтобы не сломать. Стоимость такого панно 199 рублей. Шкатулки новые деревянные. Подобное уже что-то было давно. Я приобретала. Очень хорошие шкатулочки. Мне нравятся. Пользуюсь с удовольствием. И здесь такая вот стеклянная крышечка с декором. Материал МДФ, стекло и сталь. Вот такая белая и черная, но уже с другой надписью. Декоративные фигурки из доломита. Фигурка небольшая, примерно 10 сантиметров. Такие кактусы. Три варианта у нас. Такие кактусята стоят 99 рублей. Еще одни декоративные фигурки. Такие вот птички на подставке. В разных цветах. Есть розовые, золотистые. Так, птички эти выполнены из полирезина и стали. Новые наушники в таком интересном ярком дизайне. Длина провода 110 сантиметров. Стандартный стереоразъем. Есть в белом цвете и в желтом. 77 рублей. Еще одни наушники. Здесь они уже с микрофоном и чехлом. Длина провода 120 сантиметров. Разные цвета. 149 рублей. Универсальные ящики для хранения 19 литров в двух цветах. Эти их можно друг к другу вставлять, а если ящик развернуть другой стороной, то их можно прекрасно штабилировать. Подходит для хранения овощей и фруктов. Так, размер этого ящика 40 на 30 на 21,5 сантиметра. Производитель Россия. И пластик полипропилен, но, к сожалению, нету значка там, что подходит для пищевых продуктов. Хотя вот на картинке заявлено, что да, можно хранить овощи, фрукты, но этот значок обязательно должен быть. Начинаем с вами смотреть бьюти отдел. Здесь новые альгинатные маски за 99 рублей. 22 грамма. И произведена эта маска в Корее. Три варианта у нас в продаже. Маска омолаживания матча и юдзу. Поближе состав для тех, кто разбирается. И способ применения.
Вообще альгинатные маски вещь очень хорошая, я их рекомендую. Второй вариант — это лифтинг маска тыква и мед. И третий — это маска увлажнения баклажан и орехи макадамии. Новые симпатичные тканевые маски, 55 рублей. Маска преображалка, произведена она в Корее, с аминокислотами шелка. Очень длинный состав, много химических компонентов. Не очень я в этом разбираюсь, но мне кажется, что здесь лучше пройти мимо такой масочки. Какие они, конечно, симпатичные, хочется их купить. С муцином улитки еще одна. С жемчужной пудрой. И вот такая маска-увлажняшка. Она с экстрактом водорослей. 55 рублей сыворотка для лица, для проблемной кожи. Здесь 20 мл. С гиалуроновой кислотой, аргинином, бетаином, аллантоином. И здесь производитель также Корея. Здесь вот разные шаги. 1, 2, 3. Это я вам показывала третий шаг. Первый шаг — это пенка для умывания. А второй шаг — тонер-бустер для лица. Ну и завершает эту серию, это четвертый шаг, крем для лица, для проблемной кожи. Приятный бонус — это зубные пасты Сплат теперь по акции, цена с картой, за вот такие пасты с экстрактом лакричника и цитратом цинка и с кальцием фтором, эфирным маслом цветков дикого апельсина, 85 рублей. И вот такие зубные пасты. 66 рублей цена по карте. Новые детские зубные пасты от Silka Med. 99 рублей. Укрепляет эмаль, защищает от кариеса, заботится о деснах. Натуральная основа. И два у нас вкуса. Это клубничный йогурт и ванильное облачко. Паста не содержит фтор, диоксид титана, триклозан, хлоргексидин, агрессивные абразивы. Данная зубная паста подходит деткам с 2 лет. Информация о том, что эта зубная паста безопасна при проглатывании, я не нашла. Эмульсия для снятия макияжа и очищения лица. 99 рублей, 250 миллилитров. У нас два варианта. С маслом авокадо и с маслом дерева ши. Нанесите эмульсию на лицо или на ватный диск. Деликатно помассируйте или протрите лицо. И тщательно смойте теплой водой. Это Парли Казань. Ну и поближе состав покажу. Ватные палочки от Аура, 200 штук, цена 24 рубля по карте, без карты 27,50. Также ватные диски, 100 штук, цена по карте 24 рубля. Ватные палочки от Котте, цена по карте 47 рублей. 55 рублей, питательный крем от Хималая, производитель Дубай. Крем с алоэ. И состав поближе. 50 миллилитров. Еще один новый крем для лица. Теперь от Чистая линия. Сила 5 трав Камчатка. Питательный крем для лица. Фитотерапия. 77 рублей за 45 миллилитров. Шиповником, клюквой, клевером и лобазником.
обновленный спрей для ног от Теймурова от запаха и пота с салициловой кислотой. Препятствует появлению неприятного запаха, уменьшает потливость. Оригинальная рецептура. 150 мл, 55 рублей. Брала вот такое жидкое мыло, именно арбузный фреш. Очень мне понравилось. Тем более сейчас его цена по карте 47 рублей. Смотрите, какие интересные новинки. К сожалению, ни одного ценника нет. Питательный крем от Бархатной ручки. Текстура четверка. Ежедневный уход от 5 проблем сухости. С маслом ши и гиалуроновой кислотой. При витамином В5. Крем для рук с утонченным ароматом французской розы от Камей. Здесь 45 мл. И вот такой крем для рук и тела. Купаж цветочных масел. Стойкий завораживающий аромат черной орхидеи. Нежное питание и смягчение. Пойдемте цену узнавать. Итак, здесь цена 55 рублей, а здесь 99. Не знаю, никакого аромата розы я здесь не почувствовала. Пахнет просто кремом. Приятный кремовый запах. А здесь, да, легкий такой цветочный, приятный аромат. В горшочках снова появились вот такие вот горшочки красивые. Это все тоже Доломит, 99 рублей. Все мы их помним. Я помню эти горшочки еще, по-моему, за 77 рублей, если не дешевле. Ничего, конечно, не дешевеет, к сожалению. Вот они, стрекозки, да, все как раньше. И еще одни новые вазочки, наклейки наклеены криво. Выбирайте, смотрите. Ваза стеклянная, да, стильная, красивая. Мне нравится. Единственное, конечно, что меня смущает, это наклейка, которая наклеена криво. Цвета у нас только синие вазы, 149 рублей. В наклейках новинки, вот такие большие наборы декоративных наклеек, они стоят 149 рублей. Вот такая прелесть. А в этом наборе 6 наклеек. Есть такая еще сборная солянка. Акция на алкалиновые батарейки. Цена с карты 47 рублей. 4 штучки. Мизинчиковые и пальчиковые также. Большие. Тип D. 66 рублей цена с картой. И вот такие таблеточки, 66 рублей цена с картой, 8 батареек. Есть вот такие маленькие, 43 рубля их цена.